This uniform belonged to Helmut Canola. Это лагерная одежда свидетеля Иеговы Гельмута Кнёллера. Подобно ему, в нацистские тюрьмы и лагеря были сосланы за веру тысячи других свидетелей. Горстка людей в сравнении с миллионами, истребленными нацистским террором. Около 2000 свидетелей погибли. Из них более 250 были казнены. С первых же дней нацистского режима эта небольшая группа христиан подвергалась зверским нападкам, но заставить их замолчать не удалось. Они возвещали миру, что нацистская машина несет смерть не только им, но евреям, полякам и другим. Об истории свидетелей Иеговы, их мужестве и стойкости в вере сегодня знают немногие. Но об этом нужно рассказать. Приветствую вас в Американском мемориальном музее Холокоста. Для меня большая честь принимать вас сегодня в качестве гостей, так как ваша история имеет огромное значение. 29 сентября 1994 года историки Германии, Великобритании и США рассказывали о свидетелях Иеговы. Вместе с бывшими заключенными и представителями общества «Сторожевой башни» они приоткрыли важные подробности тех лет. Они не произносили «Хайль Гитлер». Весьма любопытное ощущение инакомыслия. Вы входите в комнату, слышите от кого-то «Хайль Гитлер», а другой в ответ «Доброе утро». Или, войдя в комнату, где заканчивается совещание, вы говорите «Хайль Гитлер», а кто-то вдруг «Ауф Видерзейн». За этим кроется поразительное мужество гражданина и человеческое достоинство. Human decency. Доктор Детлев Гарбе и Вульф Брейбек возглавляют управление музеев памяти жертв немецких концлагерей. Они объяснили, почему позиция свидетелей Иеговы была столь уникальной. Вилли Поль – один из более чем 20 участников тех событий, присутствовавших на семинаре. Он и Джеймс Пелечия представляли общество «Сторожевой башни». Они раскрыли причины мужества свидетелей. Еще до прихода к власти нацистов в публикациях «Сторожевой башни» предупреждалось о нависшей опасности. В 1929 году в немецком издании журнала «Золотой век» приводилось смелое утверждение. «Движение национал-социализма стоит на службе у врага человечества, дьявола». Профессор Кристин Кин, проректор Стаффордширского университета, проанализировала ход моральной битвы между свидетелями и нацистами. Свидетели, как мы знаем, вели себя мужественно до смерти. И не просто смерти, а жуткой, мученической смерти. Вот что сказал один эсэсовский охранник о том, как свидетели пели песни в камере смертников. «По вам хоть на паровом катке проедешь, не замолчите». Им кажется, что паровым катком можно так или иначе сломить веру, непорочность, мужество, сплоченность свидетелей Иеговы. Но они просчитались. Они поднимали голос с самого начала, единодушно, с поразительным мужеством. Mm-hmm.
Германия с трудом оправляется от ран Первой мировой войны. Известные до 1931 года как Библфоршер или исследователи Библии, свидетели Иеговы несут утешение и надежду, а также предупреждают об угрозе милитаризма. Знакомое зрелище. Они распространяют множество библейской литературы на улицах и у дверей домов. В Магдебурге, в производственном комплексе сторожевой башни под названием «Вифиль», ежемесячно с конвейера выходил миллион экземпляров журнала «Золотой век». В типографии Магдебурга ежегодно выпускалось 2 миллиона книг и 5 миллионов брошюр. Печатное и проповедническое дело не осталось незамеченным набиравшим силу нацизмом. О свидетелях Иеговы говорилось немало, так как их идеи были ненавистны национал-социалистам. Говорилось потому, что они отвергали воинскую службу, не признавали безоговорочную верность Отечеству, то, что, по мнению национал-социалистов, обязан делать каждый немец. Нацисты лживо клеймили свидетелей Иеговы коммунистами, врагами государства, якобы составившими заговор с евреями, чтобы захватить власть над миром. К 1933 году вражда приняла конкретные очертания. Семена нацизма были посеяны на полях сражений Первой мировой войны. В 1914 году армии Германии, Франции, России и Англии шли сражения. А духовенство каждой из этих стран публично заявляло, что Бог на их стороне. Ничто не уронило авторитет церквей так сильно, как исключительное притязание на Божью поддержку. К 1918 году цинизм, скептицизм, недоверие к церкви выросли настолько, что подавляющее большинство сражавшихся в окопах вернулись глубоко разочарованными, утратившими всякое желание признавать нравственные постулаты бессовестно обманувшей их церкви. Именно эта вышедшая из окопов молодежь спустя 15 лет становится во главе нацистской партии. 30 января 1933 года к власти приходит Адольф Гитлер. Президент фон Гинденбург назначает его рейхсканцлером. Все жаждали увидеть могущественную новую Германию. Большинство людей легко поддаются влиянию пропаганды или окружающих не потому, что все они злые. Нет, скорее их просто уносит сильное течение. Пропаганда. Здание Рейхстага, где заседал немецкий парламент, сгорает дотла. Нацисты тут же обвиняют в этом коммунистов, и Гитлер оказывает нажим на президента фон Гинденбурга с целью издать закон о предоставлении чрезвычайных полномочий. Вскоре закон вступает в силу. Получив диктаторскую власть, Гитлер всячески попирает человеческие права. Теперь любого могли арестовать и посадить в тюрьму без суда и следствия. Теперь нацисты могли заставить врагов замолчать. В одной немецкой земле за другой полиция запрещает собрание свидетелей и проповедь по домам. Поэтому свидетели развернули кампанию с целью убедить правительство Германии в том, что они не ведут подрывной деятельности. С самого начала позиция свидетелей Иеговы была ясна. Они всегда занимали сторону политического нейтралитета. Первое время делались попытки объяснить властям суть нейтралитета и показать отсутствие в нем политической угрозы. Делегаты со всех уголков страны
представлявшие 25 тысяч немецких свидетелей, съехались на Конгресс в Берлин для принятия резолюции. Und in dieser Erklärung legten wir dar, dass wir keinerlei politische Ziele hätten. В этой декларации мы объяснили, что не ставим никаких политических целей, что деятельность наша носит чисто религиозный характер, и мы хотим пользоваться свободой вероисповедания, как и было обещано в политической программе партии, а также правительственными чиновниками. Поэтому вопрос следует пересмотреть и частичные запреты снять. Декларация разошлась по всей стране тиражом более 2 миллионов экземпляров. Конрад Франке участвовал в ее распространении. Его арестовали и отправили в трудовой лагерь Астхофен. В Новой Германии не было места идеям исследователей Библии, религиозным учениям свидетелей Иеговы. В Пруссии свидетели Иеговы были вторично запрещены. И снова полиция получила приказ остановить их дело. 28 июня 30 штурмовиков, гитлеровских коричневых рубашек, ворвались сюда и захватили здание. Объявили запрет. С закрытием филиала у нас не стало координационного центра. Пришлось уйти в подполье. Это последний номер сторожевой башни на немецком, вышедший в Магдебурге. Печатное дело останавливается. Несколько недель спустя нацисты возвращаются. 25 грузовиков, полных библейской литературы, отгоняют на окраину Магдебурга и сжигают. Wenn man es in Relation macht, dann muss man sagen, безусловно, преступное деяние государства по убийству 6 миллионов евреев, выполненное с фабричной точностью, явление беспрецедентное в истории человечества. Однако в преследовании свидетелей Иеговы тоже была своя особенность. Оно отличалось крайней жестокостью и зверствами. Эту религиозную группу хотели уничтожить. Со свидетелями Иеговы в Германии должно было быть покончено. С самого начала в лице свидетелей видели злейшего врага. Отчасти это объяснялось их позицией и открытым отказом признать в национал-социализме все, что противоречило их вере, вплоть до мелочей. Гитлер дал людям работу. Возродил их веру в свое отечество. Его провозглашали спасителем. Но свидетели не могли отдавать человеку то, что по их убеждению принадлежит Богу. Поэтому одно только приветствие «Хайль Гитлер» положило начало сражению. Свидетели Иеговы отказывались говорить «Хайль Гитлер», так как это означало спасение от Гитлера. Один свидетель встретился с таким испытанием на своем рабочем месте на прокатном заводе. Я был единственным из 2000, кто не поднимал руки, чтобы ответить на немецкое приветствие. Каждый день превращался в испытание, так как я обязан был делать это, но просто желал доброго дня. Всякий, кто не делал этого, вызывал ярость национал-социалистов. На первых порах дело ограничивалось руганью, иногда побоями, но вскоре последовали аресты. В 1934 году сообщения от свидетелей, тайно переправленные за границу, открыли тревожные факты. Произведен обыск почти в 4000 домов, более 1000 свидетелей арестовано, из них около 400 отправлены в концлагеря. Имело место около 200 случаев жестокого обращения. Каждый удар сопровождался вопросом: «Ты все еще веришь в Иегову?» Угрозы нацистов сказывались не только на религиозной жизни свидетелей, но и на их средствах к существованию.
Еще до того, как свидетели начали арестовывать и заключать в тюрьмы по приговору специальных судов и позднее содержать под стражей, они уже страдали от экономических и социальных репрессий, потери работы, бойкотирования их частных предприятий, невыплаты пенсий и пособий по безработице. Вот типичное извещение об увольнении. Ввиду вашего отказа произносить немецкое приветствие, ваш контракт о найме на работу расторгнут. Да, я потерял работу. Зато теперь у нас появилось много времени проповедовать. Дети тоже оказались втянутыми в сражение. 6-летний Пауль Герхард Кусаров, как и другие дети свидетелей, подвергался давлению со стороны учеников и учителей. Sobald ich in die Schule kam, wurde... С тех пор, как я пошел в школу, директор и ученики приставали ко мне, требуя сказать «Хайль Гитлер», отдать честь флагу и петь нацистские песни. Идти в школу было неприятно. Мы не знали, что нас ожидает. Гестапо отняло у родителей свидетелей более 800 детей. Пауля Герхарта вместе с братом и сестрой отдали в нацистскую школу. 3 года запрета уже позади, а свидетели продолжают действовать. Чтобы выследить их, гестапо формирует спецподразделение. В секретном сообщении гестаповцы хвалились, что за одну облаву арестовали 120 свидетелей. Свидетели Иеговы одними из первых попали в Дахау. Первый типичный концлагерь. И в трудовые лагеря. У меня на руках факты, что это было в 1934 и в начале 1935 года. Начиная с 1935 года, очень многие свидетели Иеговы находились в нацистских тюрьмах и лагерях. До войны от 5 до 10% узников концлагерей были свидетели Иеговы. Помимо лагерей, свидетели были почти во всех тюрьмах. Из 8 членов моей семьи 6 держали под арестом. 4 брата, сестра и мать. В общей сложности мы провели в заключении 43 года. Начиная с 1937 года, освобожденные из тюрем свидетели прямиком попадали в концлагеря. К концу года в нацистских тюрьмах и лагерях находилось 6 тысяч свидетелей. С 1937 года свидетели Иеговы отличали по особому знаку – лиловому треугольнику. Они были единственной религиозной группой, составившей отдельную категорию заключенных. Треугольник был довольно крупный. Его было заметно издалека, и цвет его напоминал о том, кто перед вами. Всякий раз, видя заключенную с лиловым треугольником, я знала наверняка, что это сестра. Так я узнавала свидетелей Иеговы. Со свидетелями Иеговы эсэсовцы обращались особенно жестоко, так как встречали с их стороны такое мужественное сопротивление, такое стойкое поведение. Und bei meiner Einlieferung wurde ich auf der politischen Abteilung. После прибытия меня избили до потери сознания в секции для политзаключенных. Очнувшись, я выплевывал зубы. Die erste Nacht hätte ich nicht überlebt. Я бы не выжил в ту первую ночь, если бы не брат Эрих Николаевич, который лежал рядом со мной на нарах. Он обхватил меня руками и согревал всем телом, после чего я постепенно пришел в себя. Dass ich wieder Leben in mich bekam. Thank you.
Исследовательницы Библии были, пожалуй, первыми женщинами, прибывшими сюда из других лагерей. Из концлагеря Морринген-Амзолинг и особенно тюрьмы Лихтенбург, рядом с Торгау. Первыми, кто появился здесь, в Равенсбрюке, в мае 1939 года были в основном не политические заключенные, как думали до сих пор, а исследователи Библии. Одержимые желанием сломить свидетелей, нацисты усилили психологическое давление и предложили им необычную сделку. Каждый свидетель мог выкупить свою свободу ценой подписи под отречением от веры. Находившимся в тюрьмах и лагерях свидетелям не раз давали бумагу и ручку. Подписались считанные единицы. Когда меня собирались освободить из тюрьмы, мне дали подписать бумагу. От меня требовалось отречься от веры, признать немецкое правительство высшей властью, подчиниться Гитлеру и согласиться, что Библия – ложное учение. Я сказала, об этом не может быть и речи. Мадам Женевьев де Голь, племянницу генерала Шарля де Голля, нацисты заключили в тюрьму в 1944 году как участницу французского движения сопротивления. В Равенсбрюке она встретилась со свидетелями Иеговы. К тому времени многие из них провели в заключении 10 лет. Я всегда глубоко восхищалась этими людьми. Ведь они могли освободиться в любое время, стоило лишь подписать отказ от веры. Эти женщины, казавшиеся такими слабыми и измученными, оказались сильнее эсэсовцев, у которых была сила и власть. Но у тех женщин была своя сила, сила воли, сломить которую не смог никто. Многие свидетели были на долгие годы разлучены со спутниками жизни. Например, Генрих и Энни Дикман. Узнав, что находятся оба в Равенсбрюке, они подвергли опасности свою жизнь, лишь бы увидеть друг друга. Из Бухенвальда меня перевели в лагерь, где была Энна. Там я, наконец, увидел жену после 7-летней разлуки. Она должна была принести к главным воротам выстиранное белье для эсэсовцев. Ну, а я должен был забрать его оттуда. Так мы увиделись спустя 7 лет, но не сказали ни слова. За нами наблюдали с вышки. Нас бы обоих повесили. Позиция свидетелей Иеговы очень выделялась на фоне остальных христиан нацистской Германии. Это было что-то неповторимое. Те, кто жил в Германии, знали, кто такие свидетели и по каким принципам они живут. С самого начала свидетели Иеговы и их издания выступали против нацистской агрессии. Карикатуры на страницах английского издания «Золотого века» недвусмысленно обличали распространявшийся рак нацизма. В 1934 году в «Золотом веке» открыто разоблачались нападки нацистов на свидетелей, в том числе облавы, аресты и ссылки в концлагеря. Базельский конгресс 1934 года стал для свидетелей поворотным пунктом. Было решено 7 октября направить Гитлеру всемирный протест. Немецкие свидетели встретились тайно. На этот день собрались все свидетели Иеговы. В тот день, в 9 часов утра, все свидетели собрались с небольшими группами. Свидетели Иеговы со всего мира направили телеграмму в адрес гитлеровского правительства. Ваше жестокое обращение со свидетелями Иеговы возмущает всех добропорядочных людей мира и бесчестит имя Бога. Прекратите преследовать свидетелей Иеговы, иначе Бог уничтожит вас и вашу национальную партию. Гитлер не уступил, но внешне не сдержался.
В клятвенном заявлении правительственный чиновник Карл Виттинг описал ярость Гитлера. Тот пронзительно кричал: «Я истреблю это отродье в Германии!» В Германию по-прежнему бесперебойно поступала литература. Гестаповцы еще туже затянули сеть новыми арестами. Всякий раз, когда нацисты расправлялись с какой-либо подпольной ячейкой, на ее месте тут же появлялась другая. С каждой новой партией арестованных свидетелей гестаповцам казалось, что с нами покончено. Как же они ошибались? До конца войны сторожевая башня распространялась по всей Германии. В Берлине проводятся летние Олимпийские игры 1936 года. Нацистская Германия выставляет на показ свой блеск, но все это лишь фасад. Как только закончились игры, свидетели по горячим следам разворачивают кампанию с целью высветить безобразное лицо нацизма. В резолюции, принятой на Конгрессе в Люцерне, Швейцария, разоблачаются преследования со стороны нацистов. Только в одну декабрьскую ночь 1936 года резолюция расходится по Германии тиражом 200 тысяч экземпляров. В марте 1938 года гитлеровские войска пересекают границу Австрии. Вскоре после этого свидетели в одной стране за другой уходят в подполье. Главные организаторы работы – Эрих Фрост, Артур Винклер и другие – рисковали жизнью ради соверующих, стараясь опередить гестапо. Ночью в маленькой квартирке мы завешивали окна одеялами, расстилали на столе покрывало, чтобы погасить шум, и расставляли на них оборудование. Именно здесь переводили и печатали сторожевую башню. Потом все разбиралось и пряталось. Если бы гестаповцы нашли хоть что-нибудь, владельцу оборудования было бы не миновать смерти. Еще одним каналом, по которому литература поступала в Германию, был финский врач Феликс Керстен, личный врач Гиммлера. Его имение Харцвальде находилось поблизости от Равенсбрюка. Пользуясь своими отношениями с Гиммлером, он просил выделить ему заключенных для работы на своей ферме. Через Гиммлера доктор Керстен попытался получить несколько свидетелей. Ему это удалось, так как Гиммлер много что для него делал. Заключенную Анни Густавсон Керстен взял к себе в дом в Швецию горничной. Там она могла свободно получать сторожевую башню. Керстен вызвался тайно отвозить литературу своим рабочим свидетелям в Харцвальде. Журналы тайно переправляли из Харцвальде в близлежащие лагеря Заксенхаузен и Равенсбрюк. Так наладился еще один канал связи. Книга «Крестовый поход против христианства» была опубликована на немецком, французском и польском языках в 1938 году. В этой разоблачительной публикации свидетелей приводились схемы концлагерей и сообщения очевидцев о жестоком обращении со свидетелями в Германии, документально подтвержденные швейцарским филиалом общества «Сторожевой башни». Лауреат Нобелевской премии доктор Томас Манн писал: «Издав эту книгу и высветив факты, вы выполнили свой долг. По-моему, лучшего воззвания к совести общественности не существует». Второго октября 1938 года 50 радиостанций мира передавали речь президента общества «Сторожевой башни» Рутерфорда на тему «Фашизм или свобода». Он высказался против жестокого преследования евреев. «Немцы сами по себе мирные люди. Это дьявол дал власть своему наместнику Гитлеру, человеку сумасбродному, жестокому, злобному и безжалостному, бессовестно попирающему свободу людей». With his backers,
Он со своими приспешниками правит железной рукой. Он жестоко преследует евреев, потому что те когда-то были в союзе с Иеговой и носили его имя, и потому что Иисус Христос был евреем. Всего через месяц ненависть нацистов к евреям обнажила свое мерзкое лицо. Am 10. November 1938 ging ich hier 10 ноября 1938 года я пришел сюда на работу рано утром. Мы удивились. Все магазины разрушены, окна разбиты вдребезги, вся улица в осколках, люди ходят прямо по стеклу. Накануне прошла хрустальная ночь. Компания, в ходе которой нацисты разрушили все частные магазины и конторы евреев в Германии. Остались одни развалины. Ноября 1938 года произошло повсеместное уничтожение иудаизма в Германии. Ему пришел конец, когда в одну ночь сгорели почти все синагоги страны. В хрустальную ночь 20 тысяч евреев арестованы и сосланы в немецкие концлагеря. Как же отреагировала религиозная общественность, церкви и отдельные лица в ответ на унизительные действия нацистов по отношению к евреям? Дело в том, что умеренные христиане находились под сильным влиянием нацистской пропаганды. Поэтому, когда в ноябре 1938 года произошел погром «Хрустальная ночь», ставший жутким и бесспорным доказательством нацистской политики антисемитизма, церкви хранили гробовое молчание. Немало представителей церкви всенародно призывали ненавидеть евреев. Среди свидетелей Иеговы ничего подобного не было. Антисемитизм стоит в одном ряду с расизмом. И свидетели ни за что бы не согласились с мнением, что евреи стоят ниже других только из-за своего происхождения. Свидетели считали, что у всех людей одинаковые права и достоинства. Сотни свидетелей Иеговы заметили в лагерях сильный приток евреев. В журнале «Утешение» ставился вопрос: «Как же тут молчать?» Что, если бы лютеранская церковь поступила так же, как свидетели, а католическая? По-моему, вся история сложилась бы иначе. Мне еще не приходилось встречать бывшего узника, который бы не помнил свидетелей. Эта маленькая группа людей резко выделялась на общем фоне. Вспоминают и лиловые треугольники на лагерной одежде свидетелей. Рассказывают, как свидетели делились пищей и заботились друг о друге, с какой искренностью общались с другими заключенными и поддерживали их. Как видно, это надолго запомнилось людям. Макса Липстера арестовали и сослали в Заксенхаузен за то, что он был евреем. Его и других заключенных не раз предупреждали, чтобы они не разговаривали со свидетелями Иеговы. В Заксенхаузене было около 400 свидетелей Иеговы. Как только прибывали молодые немецкие свидетели, им сразу давали по 25 ударов. Их запирали за колючей проволокой отдельно от всех, а начальник лагеря часто объявлял, что всякий, кто заговорит со свидетелями Иеговы, получит наказание 25 ударов. ССовцы изолировали свидетелей от остальных. Главным образом для того, чтобы лишить их всякой возможности влиять на заключенных своей верой. Чтобы литературу было легко прятать, ее формат уменьшили. К примеру, изданная в 1934 году книга под названием «Иегова» вышла также размером в спичечный коробок. Это полная Библия мини-формата. Она была для меня дороже всего. Мало того, лагерь Вевельсбург становится поставщиком библейской литературы после того, как в апреле 1943 года нацисты все же обнаружили и закрыли крупную подпольную типографию. Ее организатор Юлиус Энгельхарт арестован и обезглавлен. Свидетели,
Узники Вевельсбурга приняли эстафету, устроив тайную типографию прямо под носом у охранников СС. Если бы их раскрыли, сиюминутного смертного приговора было бы не миновать. Им где-то удалось раздобыть пишущую машинку. На пишущей машинке были сделаны трафареты для множительного аппарата, собранного из тайно завезенных деталей. Размножали литературу мы прямо в общей спальне. Работая на пишущей машинке, пользовались глушителем. Макс, бывший лагерным электриком, предупреждал их световым сигналом о приближении охранников. Литературу, которую печатали заключенные, было достаточно, чтобы обеспечить свидетелей северо-западной Германии. Первого сентября 1939 года. Немецкая армия вторгается в Польшу. Весь мир ввязывается в кровавую схватку. Нацистское правительство не принимает никаких отказов от несения воинской повинности. Генрих Дикман и его брат Август находились в Заксенхаузене. СС пустила в ход новую тактику нажима на свидетелей. Вскоре после того, как 1 сентября разразилась война, нас, свидетели Иеговы, собрали у входа в лагерь. Август Дикман отказался от военной службы, и Барановский, начальник лагеря, прозванный Квадратом, попросил Гиммлера утвердить смертный приговор. Просьба была удовлетворена, и заключенные соорудили громадную стену для поглощения пуль. Собрали весь лагерь. Хотелось бы только упомянуть, что перед расстрелом начальник выступил с речью. Вон там стоял его микрофон. Мне врезалась в память сказанная им фраза. Заключенный Август Дикман признает себя гражданином Царства Бога, а не Германского рейха. Вдруг из-за бараков вышел эсэсовец с Августом Дикманом и подвел его к стене. Впереди стоял Август, а в 8-10 шагах от него стояли мы, где-то 300 братьев. Август стал лицом к стене, а рядом стояли семеро солдат СС. Офицер с четырьмя звездочками, штурмбанфюрер, приказал открыть огонь. Раздались выстрелы, и Август упал навзничь. Офицер СС достал свой пистолет и по традиции добил его последним выстрелом. Август лежал вон там. Подошел офицер. «Так вот», — сказал он, — «кто подпишет, может тут же идти домой. А кто не подпишет, скоро ляжет рядом с ним». Вдруг два брата выступили вперед. «Нет», — сказали они, — «мы не хотим подписываться. Мы уже подписались, но теперь хотим вычеркнуть свои подписи». Теперь настал мой черед подойти к Квадрату. «Ну, чему же ты научился?» — спросил он. «Тому, что я свидетель Иеговы и останусь им», — ответил я. «Тебя расстреляют следующим», — сказал он. Через 5 месяцев его не стало, а я вот до сих пор жив. Также было оказано давление на женщин-свидетельниц с целью заставить их работать на войну. В Равенсбрюке многие свидетельницы работали в швейной мастерской. Однажды, в суровую зиму 1939 года, 400 свидетельниц оказались перед выбором. Мы вышли на улицу, подошел начальник и, подняв вверх руку, сказал: «Кто не будет шить такие сумки для наших солдат, отойдите в сторону».
Не успел он договорить, как вся шеренга дружно шагнула в сторону. Наказание – неподвижно стоять на морозе 5 дней. Ночью 400 человек спали на ледяном полу в штрафном помещении. В конце 5-го дня их заперли и оставили без еды. Мы все время пели, цитировали друг другу библейские тексты, пока в конец обессилевшие не легли на пол, без соломы, без одеял. Потом Гиммлер пришел взглянуть на свои жертвы. «Да, не сладко вам здесь приходится, а нам хорошо. Неужели вы не видите, что ваш Бог бросил вас? Мы же поступаем с вами как угодно, а мы Ему. Бог, которому мы служим, может спасти нас, а если и не спасет, все равно не будем вам служить». Дверь закрылась, после этого Гиммлер лично приказал наказывать нас поркой. Вольтраут Кусареву взяли на завод близ лагеря Оберемс. Ей показали огромную чертежную доску для проектирования бомб. Я сказала, нет, цветы и пейзажи, пожалуйста, а такое рисовать не могу. Потом объяснила, что 2 моих братьев казнили за отказ брать в руки оружие. А теперь выходит, я сама должна делать оружие? Нет, не могу пойти на это. В Вевельсбурге 26 свидетелей, обреченных насмерть от непосильного труда, выжили только благодаря единству. Эти 26 отказались от воинской службы. Эсэсовцы решили их извести. Их били и погоняли капо, охранники СС и другие, согласившиеся на это заключенные. Некоторые во время работы валились с ног под тяжестью камней, но их тут же силой поднимали. Главной мишенью стал самый слабый из 26. Eine Schiebekarre voll Steine schwer beladen. Он должен был катать полную камней тяжеленную тачку вокруг двора, пока не свалится. Bis er ohnmächtig zusammenbrach. Другим заключенным велели обливать его водой до тех пор, пока он не пришел в себя. Испытание продолжилось. После 3-го раза заключенный уже не встал. Решив, что он умирает, начальник отпихнул его ногой к стене барака. Wir hatten dann, wie die Lichter aus waren in der Nacht, die Möglichkeit haben in einem. Как только ночью погасло освещение, нам удалось оттащить его за ноги из поля зрения охраны. Потом мы растирали его, пока он не согрелся. Дали поесть. На следующее утро он снова стоял в строю. Никто из них не умер. Протестантский деятель Мартин Немёллер, бывший заключенный, в проповеди воздал должное свидетелям. Бибельфоршер сотнями и тысячами шли в концлагеря и умирали за то, что отказывались участвовать в войне и стрелять в людей. In den Jahren 1939 bis 1941. В 1939-1941 годах СС обращалась со свидетелями Иеговы с невообразимой жестокостью. Alle Formen der Folter und der Tortur. Их подвергали всевозможным пыткам, чтобы сломить. Und gegen sie angewandt, um Zeugen Jehovas zu brechen. Зимой 1940-41 года их часто выставляли мокрых с головы до ног на 10-15-градусный мороз. Viele der Zeugen Jehovas in den Konzentrationslagern haben diese Qualen. Многие свидетели не смогли пережить ужасов концлагерей. Например, в 1939-40 годах в лагере Заксенхаузен за полгода смерть унесла каждого 3-го исследователя Библии или свидетеля Иеговы. Jeder dritte Zeuge Jehovas kommt innerhalb eines halben Jahres ums Leben. Еще одним методом пыток СС стала дыба.
Мартин испытал на себе эту пытку и рассказал о ней жене Гертруде. Man band ihm die Hände, man fesselte die Hände nach hinten. Ему связали за спиной руки. Пока человек стоял на подставке, его привязывали спиной к столбу. Потом подставку убирали. Тело всей тяжестью падало вперед. Руки согнуты за спиной. И так целый час. Смертные приговоры стали официальной политикой нацистских военных трибуналов в годы войны. Особенно чревато последствиями для свидетелей было отклонение ими воинской службы. Так как с началом войны, в 1939 году, их могли приговорить к смерти. Следуя принципу веры, повиноваться больше Богу, нежели человеком, свидетели Иеговы твердо занимают позицию нейтралитета. В 1939 году отца призвали на воинскую службу. Он объяснил свою позицию. 7 декабря 1939 года его казнили. А позднее, в марте 1942 года, казнили моего брата в возрасте 21 года, тоже за отказ служить. В тюрьме Бранденбурга оборвались жизни 2743 мужчин. Проходя через металлическую дверь, они оказывались перед лезвием гильотины или петлей. Среди них было 32 свидетеля Иеговы. Назову лишь одного – Вольфганга Куссерова. Этот молодой человек твердо держался своих убеждений и не уступил. Здесь он без страха встретил смерть в полной уверенности, что жил правильно. Тюремный страж сказал Йозефу Никлашу, что свидетели встречали смерть не так, как остальные. Другие заключенные как-то сопротивляются. Бывало, доносились их крики. «Но ваши люди, — сказал он, — идя на виселицу до последней минуты, разговаривает о царстве Бога». Хорст Шмидт был среди более чем 250 свидетелей Иеговы, приговоренных к смерти. Вместе с двумя другими мужчинами он ожидал казни в камере смертников. Раздался громкий лязг, бряцание ключей. Двери открылись и шумом захлопнулись. Охранник открыл дверь камеры. Позвал к выходу первого. Охранник снова заглянул в список, прочитал фамилию другого и повторил. «На выход!» Естественно, ты думаешь, ну, сейчас моя очередь. Он посмотрел список, потом на меня. Дверь закрылась. Меня оставили последние силы. Хорст Шмидт избежал гильотины, но его приемной матери, Эмми Цеден, это не удалось. Она оказалась в тюрьме в Берлине Плёцензе за то, что скрывала Хорста и двух других отказников от воинской службы. Ее обезглавили 9 июня 1944 года. В ее честь назвали улицу, на которой находилась тюрьма. Война резко изменила свой ход. Крах Третьего Рейха виднелся на горизонте. Грохот дальнобойной артиллерии пробудил в узниках надежду на близкое освобождение. Когда передовые части нацистов оказались на грани поражения, эсэсовцы стали расформировывать лагеря, отправляя заключенных на запад и юг походным порядком. Йозеф Шон был на пути в Дахау среди участников марша смерти.
Они колотили винтовками в двери бараков. «Выходите, выходите!» Так начинался марш смерти. Нам сказали: «Никто из вас не достанется врагам». Это значило, что эсэсовцы уже собирались расправиться с нами. Всех ослабевших расстреливали. В память еще об одном марше смерти установлен камень. Среди тысяч из Заксенхаузена вышли 220 свидетелей. Этот марш смерти не единственный, были и другие. В конце апреля 1945 года горстку свидетелей Иеговы из лагеря Штутхоф в Восточной Германии вместе с другими заключенными согнали на небольшую баржу, чтобы переправить через Балтийское море. В море мы провели 10 страшных дней. Некоторые, в том числе сестра Мартин Малинке, смертельно заболели. Она умерла вскоре после освобождения. Мы были едва живы, и вид у нас уже был нечеловеческий. 5 мая 300 заключенных, среди них 15 свидетелей, высадились на острове у побережья Дании. Узнав об этом, датские свидетели поспешили встретить их. До нас наконец дошло, что это наши братья и сестры. И мы знали, что им пришлось вынести. Какое жуткое обращение. Все это мы знали. Но теперь мы впервые увидели тех, кто прошел через концлагеря. Можете себе представить, что мы ощутили? После переговоров мне, наконец, разрешили подняться на борт. Честно признаться, я ужаснулась, увидев их. Мне никогда не забыть, как эти ходячие скелеты от радости обнимали меня. Нас мучил брюшной тиф, завелись вши. Они обнимали нас. Я не могу забыть этого. И те сестры тоже. Перед выходом из Вевельсбурга эсэсовцы решили убить всех 42 свидетеля. Причина? Свидетели знали, где СС спрятала награбленные в Европе шедевры изобразительного искусства. В те страшные заключительные дни провалились 4 попытки казнить свидетелей. Wir sollten durch den nahegelegenen Wald. Нас должны были провести через находившийся поблизости лес, подальше от линии фронта. А потом мы должны были бежать навстречу минометному огню эсэсовцев, чтобы создать впечатление, будто мы выскочили на передовые позиции американцев. Внезапно союзнические войска подвергли Вевельсбург бомбардировке. Охранники разбежались кто куда. Макс и еще 10 узников поспешили укрыться в северной башне замка, в том самом месте, которое Гиммлер мечтал сделать центром культа СС. Мы укрылись в этой башне под защитой стен 3-метровой толщины. Дождались до темноты. ССовцы исчезли, а мы были на свободе. Адольф Гитлер часто стоял словно бог перед безбрежным морем войск в Нюрнберге на Цепелинском лугу. Теперь же здесь собрались свидетели, а Адольфа Гитлера уже не было в живых. Единство среди братьев и сестер и было той силой, которая укрепляла нас. Мы стремились к тому, чтобы вытерпеть любые испытания. Мы никогда не молились об освобождении. Мы молились о силе терпеть. Все остальное было неважно. Важно было стоять за имя Иеговы. Франц Вольфорд ожидал, что его казнят, как казнили его отца и брата. С мыслями о маме, будущей невесте и соверующих, он написал свое прощальное стихотворение в 1944 году, как узник нацистского лагеря. «Пусть мир кричит, насмешками бросая, останусь в вере твердым до конца. И пронесу надежду через время, настанет радостная, лучшая пора.
В любви моей останусь неизменным, хоть мира ненависти ждет меня. И посвящение сохраню примерным, неверность мира отвергаю я. А сила сильных скрыта в слове Бога, и слабые находят силу в нем. С моею силой не пребуду долго, по Божьей милости останусь я стеной. Я жизнь отдам, остаться лишь бы твердым, дыхание смерти за моей спиной. Уста открою на последнем вздохе и прошепчу: я тверд, я тверд, я тверд. В этих словах отображается решимость тысяч живых и умерших свидетелей, мужественно выстоявших перед лицом нацизма. Okay.